Если бы у меня спросили, существует ли христианское лидерство, вот я бы не ответил бы однозначно. Потому что, с одной стороны, оно не существует. Вот есть лидерство, и все. Вот как есть математика, есть ли христианская математика? Конечно, есть математики христиане, есть деятельность математиков, которая осуществлена вот христианами, ее можно назвать христианской. Наверное, когда мы говорим о подходах, стилях, методах лидерства, ничего христианского в этом нет. Нет, есть в этом христианское. Потому что никакие созидательные методы, подходы, процессы, которые приносят какой-то положительный результат, не могут быть нехристианскими с той точки зрения, что мы вкладываем с христианской точки зрения, что Господь Бог был участником всего этого. Но с другой стороны, конечно же, существует громаднейшее количество людей во всем мире, которые исповедуют Христа как своего Спасителя, и они могут иметь представление о нем в той или иной конфессиональной традиции. Вот их деятельность как руководителей предприятий, вузов, как священнослужителей, ответственных за приходы, общины, их деятельность можно обозначить как христианское лидерство. С другой стороны, уж если бы нас очень попросили сформулировать, что такое христианское лидерство, то нам, наверное, пришлось бы либо попытаться дать определение, либо обратиться к уже существующим определениям. Один из авторов в своей книге сформулировал следующим образом. Христианское лидерство – это когда личностные характеристики, стиль руководства, методы и цели, влияние лидера на его окружение соответствует Божьему замыслу и характеру. Вот некая сопоставимость с Божьим характером, с Божьим замыслом, в том, что есть отображение, кем является Бог, как Он поступает, и некое подключение к замыслу Божьему. Вот это христианское лидерство. Но если мы с вами поставим перед собой задачу определить, что такое христианское лидерство, мы наверняка придем к заключению, что это больше, чем просто церковное лидерство или лидерство в христианской общине. Оно проявляется не только в собрании христиан, оно проявляется там, где присутствуют христиане, но могут присутствовать и нехристиане. Христианское лидерство касается не только мужчин, но и женщин, не только взрослых людей, но и молодых. И, конечно же, мы не должны отождествлять какой-либо метод или стиль управления с такой категорией, как христианское лидерство. Когда мы с вами говорим, кто такой лидер? Ну, с христианской перспективы это человек, на которого Бог возложил ответственность и которого Бог наделил определенными способностями, дал ему возможность оказывать благотворное влияние, формулировать видение, определять смысл достижения этого видения, передавать те ценности, которые Бог дал человеку, выстраивать стратегии с осмыслением сильных, слабых сторон, возможностей, угроз, которые есть перед общиной или организацией.
Но самое главное, это когда человек, в общем-то, ведет за собой людей по пути, который Бог показал для этой группы людей. Он, получается, каждый лидер, христианин, должен быть богословом. Лидерство включает в себя сподвижничество людей к определенной цели. И вот понимание этой цели, понимание ценностей и миссии, стратегии в достижении этой цели, понимание других аспектов с христианской, с богословской точки зрения, в общем-то, характеризует это лидерство. С христианской точки зрения мы понимаем, что есть формальная сторона лидерства и руководства, а есть духовная, мистическая сторона. С одной стороны, христианин имеет полномочия, которые ему даны в организации, может быть, даже в общине. И кажется, он руководитель, лидер, потому что его избрали, назначили, дали ему. Но всегда стоит же вопрос, а имеет ли этот человек призвание от Бога? Наполнен ли этот человек божественным смыслом, видением, ценностями, мотивациями? Поэтому назначение – одно дело, а исполнение и призвание от Бога – другое. Но пути Божьи настолько многогранны, что нам, людям, очень сложно иногда все это различить. И только, наверное, по плодам, когда человек уже реализовывает себя и ведет людей за собой, можно видеть, действительно ли это Богом направляемый процесс. За многими людьми идут последователи. Некоторые политические лидеры приглашают идти за собой. Некоторые даже христиане претендуют на, ну вот, возможность, берут на себя смелость и говорят: доверьтесь мне, я вас ни во что плохое не заведу, вот просто доверяйте. Только ему можно доверить нашу судьбу. Я думаю, об этом можно говорить только о Господе Боге. Вот. Все люди имеют определенное несовершенство, и судьбу свою можно доверять только Господу Богу. А следовать за всеми остальными с осторожностью, с определенной проницательностью и с критическим осмыслением. Если в христианстве кто-то поставит вопрос, почему за ним следуют люди, или, может быть, кто-то хотел бы, чтобы за ним шли люди. Вот вопрос напрашивается, а почему вообще люди должны следовать за кем-то в христианском сообществе? Почему люди должны следовать за вами? Или почему люди следуют за определенными лидерами христианства и при этом никогда не сожалеют об этом? Когда мы читаем различную христианскую литературу, иногда попадаются в действительности жемчужины. Одной из жемчужин в христианской литературе является книжка Освальда Зандерса «Духовное лидерство». Вторая тоже интересная книга, вот она со мной, Генри Ричард Блэкеби, тоже «Духовное лидерство». Но Освальд Зандерс в свое время, и эта книга переведена на русский язык, произвел громаднейшее впечатление на многих лидеров
руководителей, священнослужителей в христианском сообществе. В этой книге он пытается построить некий такой вот водораздел между лидерами светскими и теми лидерами, которые являются, ну, в действительности, лидерами по сердцу Божию, христианами. И вот в этих как бы категориях он разводит по ряду различных аспектов. Вот в миру, пишет Зандерс, ценится человек самоуверенный. В принципе, если он начинает тушеваться, проявлять некую неуверенность, медлительный, ну, такой человек далеко нас не приведет. Иногда даже создается впечатление, когда в христианстве кому-либо обращается, а не сделали бы вы то, не подключились бы вы к этому проекту. И человек говорит, ну, вы знаете, я не знаю. Ну, с ним это... А если еще человек говорит, вы знаете, мне нужно помолиться, он просто вот этими словами отказывается. Но на самом-то деле, как мы видим из Священного Писания, что Зандерс подчеркивает, в Библии ценится человек, уверен в Боге. Поэтому он говорит, вы знаете, я не могу быть уверенным в себе. Я не знаю. Мне нужно с Богом посоветоваться, раз. И если что-то получится, только когда Господь Бог устроит. Это люди, они мужественные, решительные, но они очень осторожные в том плане, что они никогда не возьмут, быстрое решение не будут принимать. Это не потому, что они не имеют уверенности, потому что они не настолько самоуверенны. В миру ценятся люди, у которых есть связи. Ну, кто бы ни работал в министерстве, это уже хорошо, даже если просто в гардеробе. В миру, если человека приглашают на работу и знают, что у него много связей, все, наша компания будет успешна. Ну и в действительности, многие учебники по лидерству, руководству, они говорят, что успешный тот человек или эффективный, тот, который налаживает связи, хорошие отношения, и если у него, вокруг него успешные люди, то и он, естественно, будет развиваться. Но в Библии, из христианской точки зрения, если вы приглашаете человека, что он знает Бога, это большой потенциал успеха. Позвольте небольшое отклонение. Периодически в Центральной церкви Иоаннских христиан-баптистов на Поклонной горе в городе Санкт-Петербурге на богослужениях мне выпадает честь, ответственность в конце богослужения зачитывать записки, в которых излагается благодарность или просьба для церковной молитвы. А вот я однажды читаю записку от одной сестры, которая благодарит Бога за то, что 48 лет назад Бог подарил ей сына. И она просит, чтобы Господь Бог освободил его от всякой зависимости, кроме одной, чтобы он был зависим от Бога. Она хочет, чтобы Господь Бог его сделал счастливым и благословил его. Подписалась она так: сестра Алла, в скобках, инвалид по зрению, запятая, хотя Бога вижу хорошо. Эта записка лежит уже не один год у меня на столе, потому что вот этот человек, сестра Алла, которую я не знаю лично, у нас большая церковь, она мне, в общем-то, приоткрыла глаза на очень серьезные вещи, которые я знал, но я не мог прочувствовать. Вот когда я прочитал, я прочувствовал. Понимаете, компетенции
в лидерстве, в руководстве, чем бы мы ни обладали, это все, в общем-то, недостойно того, на что можно было бы уповать. И, в принципе, успех наш не зависит от того, есть ли у нас стопроцентное зрение, обладаем ли мы на 100% чем-то. Да, мы, может быть, ущербны в чем-то, может быть, у нас есть определенные недостатки. Но если при этом мы Бога хорошо видим, у нас должно все в жизни получиться. Но это еще и вопросы категории ценностей. Инвалид по зрению, хотя Бога вижу хорошо. Мне кажется, человек, обладающий тем, что люди только мечтают получить, счастье и удовлетворение, и благодарность Богу. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступно. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Возвращаемся к нашей теме. В миру ценится человек амбициозный, который говорит: слушайте, вы только доверьте мне, через 5 лет все изменится. Да я много что сделаю. Мы вместе с вами, поверьте, вперед, амбициозный. А в Библии ценится человек скромный. Нет, он будет говорить о свершениях, но при этом он будет говорить, если Богу будет угодно. Он будет говорить о том, что нам стоит это сделать, нам следует двигаться в этом направлении. Но при этом он будет редко использовать слово «я так считаю». В миру ценится человек, который мотивируется личным соображениями. И, в принципе, многие методики по лидерству управления, они исходят из того, что пойми мотивации человека и постарайся их удовлетворить. Если ты разбираешься, что нужно человеку, ему лично, личные интересы, и ты сможешь их удовлетворить, то это твой человек. Даже когда люди делают что-то доброе, мы на сегодняшний день уже подозрительно киваем головой, говорим, ну, по всей вероятности, у него какой-то есть личный интерес. Ну, так просто человек не пойдет, так человек просто не будет. Все стало цинично в этом мире. Но в Библии мы видим, что человек ценится тот, который мотивируется любовью к Богу и к людям. Вот его главные мотивы. Любовь к Богу и к людям. Я уверен, что среди светских людей, неверующих людей, мы встретим тех, которые будут испытывать громаднейшее удовольствие от того, что у них есть подчиненные, что их слушается, что они могут распоряжаться, могут даже кому-то помочь чем-то. Они просто от этого испытывают удовольствие, сколько они много могут сделать людям. А верующий человек, как Зандерс пишет, испытывает удовольствие от того, что он может подчиниться Богу, послушаться в какой-то момент и просто быть его последователем. Иногда нам кажется, что духовные законы лидерства и управления христианские ничем не отличаются от светских. Это только нам так кажется. Они отличаются, они должны отличаться. И в нашей собственной жизни нам к этому, в общем-то, нужно и стремиться. Если следовать логике Зандерса, его хорошей подсказке, то, в общем-то, направление жизни лидера-руководителя в христианстве заключается в том, чтобы быть уверенным человеком. И уверенность наша исходит от всемогущего, вездесущего, всесильного, всезнающего Господа Бога. Хвалящийся дохвалится Господом.
Когда мы никого не знаем, и когда, кажется, никто нам не может помочь, такой вопрос вообще не должен звучать, потому что у нас всегда есть с нами тот, который открылся нам. Мы всегда знаем Бога. Он с нами. И это делает нас людьми скромными, людьми, которые испытывают удовольствие, что мы подключены к Его миссии, к Его видению, к Его целям, к Его работе. Мы только соработники, а Он все взращивает, а мы лишь только выполняем определенную свою роль. И от этого мы счастливы, потому что у нас есть удовольствие быть частью божественного замысла здесь, на земле. Наши главные мотивы, основные, христианские, как пишет Зандерс, это любовь к Богу и любовь к ближнему. Не это ли заповедал нам Господь Бог? Возлюби Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением и возлюби ближнего, как самого себя. Контуры христианского лидерства. Ну вот от сложного к простому. В чем все-таки заключается суть христианского лидерства? Если бы мы могли назвать главные какие-то области и, в общем-то, создать целостную картину, я бы говорил о том, что суть христианского лидерства заключается в духовной зрелости. Источник силы вдохновения, подкрепления, преображения, сущность нашей духовности зиждется в самом Боге. И в нашей жизни мы проходим процесс становления духовной зрелости. Духовная зрелость, она реализуется каким-то образом. Она очевидна всем. Духовная зрелость, она прежде всего реализуется в нашей порядочности, в порядочности, честности, справедливости. Контуры христианского лидерства ни в коем мере не ограничиваются религиозностью, духовностью, которая ни в коей мере не применима в практической жизни. И христианское лидерство, оно отличается также качеством тех компетенций, которые должен обладать каждый лидер и руководитель. Вот компетентность. Это тоже категория христианства, что Бог создал все так прекрасно, на отлично, знак качества. Означает и христианское лидерство, по примеру Господа Бога, чтоб не делал, делал как для Господа, делал с Ним, ради Него, тоже со знаком качества, компетентность. В лидерстве очень важна коммуникабельность, общение, донесение четкого видения, миссии, задач для своих последователей. Обратная связь, коммуникабельность очень важна. Ну и мне кажется, в христианском лидерстве никак уж не уйти от такого аспекта, как адаптивность. Апостол Павел говорил, могу в скудости, могу в изобилии. Могу как лидер идти впереди, а могу как лидер идти сзади. И помогать. Могу быстро, могу медленно, могу радоваться с радующимися, могу плакать с плачущими. Адаптивность к ситуации. Потому что ситуации жизненные самые разнообразные. Приходится от ситуации к ситуации менять стили управления, подходы, менять стратегии. И человек, который не адаптивен, он выпадает, потому что он считал, что нужно вот поступать только так, а не иначе. Но христианство также имеет дело с тем, что в жизни, практической жизни, нам часто приходится не приспосабливаться, а творчески адаптироваться. Когда мы с вами говорим о роли лидера и наше рабочее определение – лидерство – это указать путь и помочь другим пройти, следовать по этому пути. Представьте себе руководителя организации, христианина, который для этой организации формулирует определенное видение, цель, которую нужно достичь, возьмем на 3 года.
Собирает ли он людей, разговаривает ли он поодиночке с ними? Ну, в какой-то мере он работает, может быть, с командой своих соратников. В любом случае сформулировали, донесли до всех. Вот будем стремиться, чтобы через 3 года это сделать, это достичь. С Божьей помощью, с молитвой. Это одна составляющая. Вторая составляющая – выполнить это дело, что требует разработки стратегий, что требует организацию, координацию, администрирование, работу реальную. Потому что можно заявить, что вот будем 3 года делать, но эти следующие 3 года ничего не делать, и ничего не будет сделано. Но когда достигли или не достигли того, что заявлено, то результат должен измеряться еще не только в плоскости достижения вот заявленной цели, а через 3 года люди-то стали лучше, которые участвовали в достижении этого проекта, этой цели, или хуже, или не изменились. Мы смогли как-то поработать вместе над проектом и стать друг другу добрее, честнее, к Богу ближе. Или вот духовное преобразование людей вообще не стоит на повестке дня. И если оно не ставится, да, люди могут чего-то достигать, но так и оставаться черствым, так и оставаться неискренним, также продолжать искать своего, добьются результата, а потом перессорятся между собой, чья это была заслуга. И получается, в христианском лидерстве есть какие-то вечные вещи, ценности, которые нельзя упускать. В христианском лидерстве есть все, что в любом другом, как бы мы ни называли, светском, иудейском, мусульманском. Это когда заявляется цель, куда мы пойдем, потом достигается, но самое главное, чтобы люди духовно преображались. И, естественно, понимание духовности в христианстве соответствует учению Священного Писания и определенным принципам христианской веры. Перед многими молодыми людьми в среднем возрасте, может быть, людям постарше, может быть, даже очень молодым, периодически стоит вопрос лично перед ними или, может быть, перед теми людьми, кто с ними работает, является ли этот человек потенциальным лидером или являюсь ли я лидером. А некоторые люди, работая долгие годы, задают себе вопрос, а лидер ли я? Очень важно, чтобы мы прислушались к себе. Очень важно вникнуть в свои сильные стороны, слабые. Очень важно пройти тесты психологические, какие бы то ни было. Очень важно поразмышлять. Очень важно у людей поспрашивать, видят ли они в нас, чувствуют ли они потенциал, видят ли они определенный успех. Самый главный вопрос во всем этом – это вопрос наш Господу Богу. Призывает ли, призвал ли, определил ли Господь Бог? И если да, то вот здесь, как многие христианские авторы подсказывают, правильно подсказывают, человек должен бодрствовать, и сделать очень важную вещь – отказаться от какой-либо гордыни, которая может возникнуть, потому что Бог гордым противится. Если мы осознаем и принимаем факт, что мы полностью зависимы от Божьей любви и милости, то в принципе нам нет необходимости добиваться признания и славы у людей. Если Господь Бог поставил нас на дело служения, на тот труд, в какой бы там ни было
месте или, может быть, ситуации, нужно ждать, чтобы Господь Бог возвысил нас и дал нам от себя то, что Он считает возможным и нужным. Вспомните слова Иисуса Христа в первосвященнической молитве. Мы говорили об этом. «Дело я завершил, а теперь прославь меня той славой, которую я имел у тебя». Нужно дожидаться. Но дожидаться нужно не сложа руки, а нужно трудиться, и Господь Бог вознаградит по милости своей. Христианин – это соработник у Господа Бога, слуга, который следует за Иисусом Христом. Не ищет своего проекта в жизни, возможности для собственной реализации, но ищет возможности выполнить замысел Божий, проект Божий и миссию Божью на земле, быть соработником у Него. Здесь, конечно же, открываются вопросы. А как знать, что это проект от Господа? Как знать, что вот это дело и эта цель от Господа? И мы все понимаем, что в христианской жизни это вопрос, который необходимо ответить, на вопрос, на который необходимо ответить молитвенно, созерцательно, и, по всей вероятности, кроме Господа Бога, нам никто, в общем-то, и не даст этого ответа. Но при этом иногда нужно помнить, и, наверное, хорошо помнить об этом постоянно, что Бог нам иногда отвечает через других людей, через обстоятельства. Резюмируя наше занятие, я бы хотел сказать, что, в общем-то, в христианском лидерстве есть одна вещь, которая самая важная. В христианском лидерстве самое важное – наше личное следование за Христом. Христианское лидерство – это когда мы следуем за Христом. Все остальное приложится.